Друзья, всем привет! Сегодня мы очень хотим поделиться суперсредством от кашля. Средство очень хорошее, очень хорошо помогает, кашель быстро проходит. Для этого нам понадобится черная редька и мед. Редьку мы сначала нужно ее очистить от кожуры. Очищаем от кожуры. Дальше мы делаем хорошо такую ямочку, режем такую, вырезаем ямочку. Нашей редьки вырезаем хорошую такую ямочку поглубже. Поглубже, желательно поглубже. Вот таким образом должно получиться. Я взяла 3 штучки. Сейчас буду делать каждой ямочке. Теперь в эту ямочку накладываем медик. Хорошо накладываем медик, чем побольше. Вот так должно получиться. И дальше ждем, пока выделится сок. Когда выделится сок, примерно через 1,5 часа, можно дать ребенку. Выделился. Хорошо выделился сок. Набираем ложечку и даем ребеночку. Открой ротик. Вкусно? Вкусненько. Все. Через каждые 2 часа нужно давать сиропчик, когда ребеночек не поправится. На этом все. Всем пока. Будьте здоровы.